От Приволжского микрорайона до железнодорожного вокзала без пересадок. Два конца города соединяет 56-й маршрут. При этом автобус петляет по улицам, где раньше остановок и вовсе не было. Да и интервал движения сократился вдвое. Теперь ждать нужно всего 15 минут. Ну, конечно, сейчас он сейчас стал ходить намного длиннее. Я раньше, вот самый первый еще был, когда 56-й, вот я сама ездила. У него было конечный Приволжский и ЖД вокзал, но он ходил раньше только по Московскому. А сейчас он, естественно, сейчас маршрут более такой длинный, поэтому он очень удобный. Мне нравится этот маршрут. Я постоянно езжу на этом маршруте. Мне очень нравится. И по времени уж тут укладываюсь. Вообще, очень нравится маршрут. Мне он нравится, потому что он проходит в моем районе, где я живу. То есть мне в районе Тухачевского и до Академии доехать очень удобно. 37 остановок, среди которых торговые центры, поликлиники, учебные заведения. Увеличилось и количество самих автобусов – 10 машин в будние дни и по 8 в выходные. Изменения в схеме движения произошли в связи с многочисленными желаниями жителей Приволжского микрорайона, которые до сегодняшнего момента не могли добраться без пересадки в район железнодорожного вокзала. Железнодорожный вокзал, сами знаем прекрасно, является большим транспортным узлом в нашем городе. Сейчас новый маршрут, что называется, ездит в тестовом режиме. Специалисты изучают пассажиропоток. Но в автобусном парке уверены, что желающих прокатиться на 56-м будет немало. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.